С любовью к первокурсникам и с пожеланиями знаний всех студентов на входе в Международный инновационный университет встречали кот ученый и пламенное сердце. Сделать с ними памятную фотографию, пожалуй, хотел каждый, ведь не каждый вуз так тепло принимает своих студентов. И это далеко не единственное отличие МИУ от других университетов. Университет действительно оправдывает свое название, так как здесь образовательные программы помогают написать магистерскую диссертацию, взаимодействовать с иностранными коллегами. Есть возможность участвовать в конференциях международного класса. О всех возможностях, которые предлагает Международный инновационный университет своим студентам, рассказали и наглядно показали во время празднования Дня знаний. В актовом зале собрался педагогический состав вуза и колледжа. И, конечно же, главные герои сегодняшнего дня – первокурсники. В присутствии ученого кота им были вручены заветные студенческие билеты. Алиса Якутина стала первокурсницей по направлению международные отношения и знает точно, выбор сделала для себя отличный. Это единственный вуз в Сочи, который готовит и выпускает бакалавров по данному направлению. Студенты проходят практику в самых престижных организациях города, участвуют также в международных мероприятиях в Сочи. И, если честно, я уже с нетерпением жду начала учебных занятий и возможность принять участие, которое проводит университет с участием иностранных гостей. Международный инновационный университет входит в десятку самых престижных вузов страны. Славится он не только научными достижениями, но и творческими. И в День знаний песни и танцы в исполнении лучших студентов уже давно стали доброй традицией. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.